Своєчасна діагностика слуху – важливий етап в процесі підтримки вашого здоров'я. Наша міська лікарня надає слухову допомогу. Що таке аудіометрія та аудіограма, ми запитали у лікаря-отоларинголога Олександра Москула. Є якийсь метод діагностики слуху людини? Так, да, звісно. На сьогоднішній день ми живемо в комп'ютерну еру, і самий точний метод дослідження – це аудіометрическое исследование слуха. Що таке метод діагностики аудіометрія і для чого вона потрібна? Аудіометрическое исследование – это качественное исследование остроты слуха. Раньше, когда не было аудиометрической диагностики, все лор-врачи использовали определенный набор цифр для исследования слуха. То есть пациент отходил на расстояние 5, а то и 6 метров, и доктор тихо называл эти цифры. Еще раз говорю, он и есть определенный набор цифр. Закрывая одно ухо, потом второе ухо, по метрам мы определяли, как пациент слышит, и из этого уже делали соответствующие выводы. Если была какая-то патология, раньше также использовалось для диагностики слуха камертональные методы исследования. Первый метод шепотной речи и второй метод камертональный, он, конечно же, и на сегодняшний день существует, так как он занимает мало времени. То есть на клиническом приеме это очень удобно. Но если есть патология, если есть серьезная патология, то это нужно делать компьютерное исследование слуха. Собственно, это и называется аудиометрическое исследование. А яка перевага такого виду? Это 100% метод исследования. Он показывает, если хотите, в процентах, насколько ухо плохо слышит. Ведь согласитесь со мной, есть разные тембры голоса, у каждого человека разные тембры голоса. Кто-то может немножко громче шептать, кто-то немножко тише может шептать. Компьютер настроен именно так, что он выдает именно 100% результат. Скажите, это основной вид, или еще какие-то виды есть диагностики слуха? Это основной метод исследования в нашем городе. За рахунок цієї діагностики можна діагностувати захворювання? Да, конечно. Аудіометрическое исследование, оно рекомендовано абсолютно всем больным людям, у которых есть проблемы со слухом. То есть лор-врач может сделать осмотр, увидеть тот же самый воспалительный процесс в полости среднего уха, но он никаким образом не увидит, насколько в процесс этот вовлечен слуховой нерв, а он очень важен. Скажите, а с какого века вы можете диагностировать? Диагностика у нас проводится с 7 лет. Почему с 7 лет? Ну, мы пробовали и с 5-летними детьми заниматься, но все это индивидуально. Оно все зависит от того, насколько контактный наш пациент. На що треба звернути увагу пацієнтам, на які скарги, щоб звернутися до вас на таку діагностику? В першу чергу пацієнтам потрібно звернути увагу на длительний, непрекращающийся, ну, або періодичний шум в ушах. Це перша і основна причина. Для того, щоб провести цю діагностику, пацієнти до вас звертаються, якщо мають скарги на зниження рівня слуху, так, а ще? Пациенты обращаются на аудиометрическое исследование, если есть длительно, еще раз повторюсь, непрекращающиеся шумы, постоянные или периодические, и, конечно же, это снижение слуха. За рахунок цієї діагностики, чи можна виявити інші захворювання? Конечно же, с помощью аудиометрического исследования можно обнаружить такие редкие заболевания, как отосклероз или болезнь Меньера. Это редкость для нас, но это уже совсем другой уровень. То есть, если мы обнаруживаем их, мы уже посылаем таких пациентов на дальнейшее лечение или в Одессу, или в институт в Киев. Користуючись нагодою, я вирішила дізнатись рівень свого слуху. Перед проведенням даного діагностування Олександр Сергійович оглянув мене, потім провів у спеціальну кімнату, де медична сестра-аудіометристка проводить діагностування. Вона дала мені навушники та спеціальну кнопку, завдяки якій я сигналізувала, коли чула звук. Проводилося діагностування спочатку правого вуха, потім лівого. Ось таким чином і я діагностувала рівень свого слуху. Вот вы у нас 2028 пациент. Тут есть ваши данные, фамилия, имя, отчество, ваша дата рождения.
ваш пол. Вот, собственно, правое ухо, левое ухо – это костная воздушная проводимость. Если у человека плохой слух, оно здесь не пропускается, оно на порядок хуже будет. Ваш слух в пределах нормы, норма здесь до 25 дБ, если ниже, то это уже легкая степень потери слуха, от 25 до 40. Ваша аудиограмма абсолютно в норме, поэтому мне не остается ничего, кроме как написать свое заключение, а именно, что ваш слух в норме. Есть время исследования, есть дата. Так как ваш слух в нормі, я вас поздравляю. Дякую. Тож, в чому суть цього виду діагностики? Суть заключається в тому, що пацієнту подаються сигнали определенной частоты и определенной громкости. Оно все идет по нарастающей. И пациент отвечает нажатием кнопки на данное исследование. В конце выводится аудиограмма на монитор компьютера, если нужно, она распечатывается и уже делается дальнейшее заключение. У людей с патологией есть 4 степени потери слуха. Это первая степень, вторая, третья и четвертая. Они сейчас называются сенсоневральная тугоухость. И, ну, конечно же, есть пятая степень, но это уже полная глухота. С помощью аудиометрического исследования продукта его аудиограммы у нас есть такая функция, как слухопротезирование. То есть только с помощью аудиограммы можно настроить слуховой аппарат. И если он явно сниженный, то определенной части населения нужно рекомендовать слухопротезирование, а слухопротезирование невозможно без аудиограммы, потому что только по аудиограмме можно настроить слуховой аппарат. В слуховой аппарат переносится вот эта аудиограмма. То есть мы сейчас видим бланк аудиограммы на бумажке, а аудиограмма сама сохраняется в компьютере. То есть с того компьютера в этот компьютер, это есть компьютер тоже, тут есть процессоры, микросхемы, переносится эта аудиограмма. То есть это индивидуальная настройка слухового аппарата под человека. Ведь у человека не бывает одинаковых аудиограмм, так же, как и кардиограмм. То есть, насколько плохо здесь, настолько хорошо будет здесь. То есть, она выравнивает слух. Ви сказали, два вуха, ліве і праве. Може бути у правому більший рівень слуху, а в лівому менший, чи навпаки? Може бути таке, може бути одне вухо в нормі, то есть нормальний слух, як ми бачимо на цій аудіограмі, а здесь може бути такий ковш, криває. Звісно ж, і так часто буває. Скажіть, а за рахунок чого падає рівень слуху людини? На то є багато причин. В основному перше місце займають це вірусні або інфекційні захворювання. У нас зараз... Саме вуха чи взагалі? Слухового нерву, так. Ми слышим не ухом, ми слышим слуховим нервом. Перше місце по зниженню слуха займають перенесені вірусні такі нагрузки. Є возрастні змінення. Это второе место, потому что у нас много пенсионного возраста людей, у которых падает слух. То есть это возрастные изменения. Есть посттравматические проблемы. Да. Существует несколько видов слуховых аппаратов. У нас они есть как заушные слуховые аппараты. То есть это те аппараты, которые цепляются за ухо. И вкладыш, собственно, вставляется в слуховой проход. Он выглядит примерно вот так. И также есть слуховые аппараты внутриканальные. Они на порядок выглядят меньше по отношению к заушным и совсем другую, конечно же, эстетику имеют. То есть внутриканальный слуховой аппарат ставится в слуховой проход и практически он не виден. Некоторым людям не подходит универсальный внутриушной вкладыш, который вот так вставляется, ну и он вот так торчит из уха. Или по каким-то эстетическим причинам, или по своим соображениям. Для таких людей у нас есть дополнительная услуга, как индивидуально мы выливаем от каждого человека внутриушной вкладыш. Он делается из нескольких видов материала. Это силикон, мягкий силикон и так далее. И в течение 3 дней вкладыш готов. Это абсолютно индивидуально. Тобто це не потрібно їхати ні в Київ, ні в Одесу, можна тут зробити на місці, так? Да, абсолютно верно. Это все делается, ще раз говорю, в течение 3 днів він уже буде готов.
Ще раз хочу нагадати, діагностика слуху проводиться в міській лікарні в кабінеті номер 82. А результати аудіометрії дозволять оцінити стан органу слуху людини.